Так, канал Таежная обитель приветствует вас. Сегодня мы выехали показать вам наши березки и покажем несколько серий у нас будет про бересту. И сегодня с архива мы достали там, как снять бересту, покажем. И потом продолжим показывать изделия из бересты, потому что сейчас постоянно меня просят, как плести корзиночки, туиска и так далее. Ну, вот примерно вот такой у нас настрой. Так что всем удачи, смотрите канал Таежная обитель, всего вам доброго. Начинаем отрабатывать, как снять бересту. А пока всего доброго, до свидания. Пока-пока. Так, наши подписчики попросили показать, как снимается береста с березы. Ну, сейчас я вот на этой березке вам продемонстрирую. С этой бересты, которую я сниму, я сделаю какое-нибудь изделие, чтобы зря береста не пропала. Дочка мне заказала сделать такой чуманчик под лук, чтобы она лук хранила. Я из нее сделаю. Значит, чтобы снять бересту, мы делаем надрез. Вот. Надрез делается неглубокий, чтобы не поранить следующий за берестой слой. Вот. Надрезаем, и надо смотреть, если где-то не дорезано, то еще маленько пройти, но не нарушить следующий слой, чтобы дерево это не пропало, а заросло потом. Вот смотрим, а вот она, вот мы примерно вот так вот снимем. Вот, отрывается легко, и надо просто выбрать время, когда береста берется, и она отдаст нам свою бересту. Вот так вот снимается береста. Нам нельзя нарушать вот этот слой. Вот этот слой, потому что иначе дерево погибнет. За ним уже там стволовая часть идет самого дерева. Если вот это остается, оно потом я покажу на каком-нибудь, на какой-нибудь другой березе, которую когда-то срезали. Вот, сняли вот такую бересту. Вот у нас получилась береста, с которой будут сделаны поделки. Вот кто не знал, будете знать. Вообще это, конечно, для любого таежника все это просто и понятно. Но кому не понятно, мы продемонстрировали.